Лауреат премии «Кинотавр» за лучшую мужскую роль «Открытие года» журнала GQ актер Александр Паль в родной город прибыл со своей новой киноработой. Я хотел сыграть корреспондента на 31-м канале. Я приезжаю где-то 2 раза в год. Встречают меня обычно с караваем, с солью. Вот. На перрон выходит 7-10 моих друзей. И один умеет играть на баяне. И это примерно занимает 10-15 минут времени выхода из поезда. Все оборачиваются, все смотрят. Ну, каравай на перрон сегодня не был, потому что я прилетел на самолете. Но у меня ностальгия, когда я приезжаю, особенно когда я еду поездом, потому что я заезжаю в горы, в Уральские, и тут у меня наступает легкое защемление чего-то. Жанр черной комедии несколько непривычен для российского зрителя. Впрочем, у картины «Парень с нашего кладбища» задолго до премьеры уже появились поклонники. Я изначально должен был играть не эту роль. Мне предложили другую. Я сказал, что нет, мне нравится вот эта. Я бы попробовался на эту, если хотите. Через какое-то время мне позвонили, говорят, да, давайте попробуйтесь. Я попробовался, и примерно через 2 недели мне позвонили, сказали, что да, мы хотим, чтобы вы участвовали в нас. Я согласился. Но я был практически весь месяц в Ярославле на съемках этого фильма. Но, конечно же, менялось настроение, потому что как только я приехал, мы оказались на кладбище сразу. Настроение, соответственно, какое может быть? Радостное. А вот. И весь фильм мы снимали на кладбище. Но оно было не настоящим, выстроенное, но все равно ты так поворачиваешь, а тут памятник с надписью. А тут еще один, а тут на памятнике браток с кольцом золотым стоит, с цепочкой. А вот, а тут как бы какой-то католический памятник. Иногда духи вылезали по ночам. Что касается, доволен ли я собой, я бы не сказал, что я доволен. Еще не было такого фильма или там, спектакля, где бы я был полностью доволен собой. А когда я стану доволен собой, значит, мне пора заниматься этим делом, заканчивать. Широкому зрителю Александр Паль запомнился ролью брата-жениха в обеих частях фильма «Горько». Для актера важно не только что играть, но и с кем. До поступления в институт я мечтал о ряде ролей. Когда я уже поступил, я понял, что важно не то, какую ты роль играешь, а то, у кого ты это играешь и с кем ты это играешь. И может быть даже маленькая роль, но это не имеет значения, она может быть яркой. Критерий хорошего сценария. Если сценарий хороший, я понимаю, то тогда уже надо посмотреть, познакомиться с режиссером. Если на этапе сценария мне уже не нравится, то как бы дальше, мне кажется, рассматривать не стоит. Судя по звездному составу этой картины, успех фильму гарантирован. Остальное покажут кассовые сборы. Премьера «Парня с нашего кладбища» 3 сентября.